на школу в трафике, меня зовут Артём, и сегодня я расскажу о новом мультфильме про Скуби-Ду. Совсем недавно вышел новый полнометражный анимационный фильм прямиком из нигде. Скуби-Ду встречает куража трусливого пса. А вы знали, что Скуби-Ду – это серия фильмов и сериалов, которые начали выпускаться с 1969 года и выходят по сей день? Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты?» был создан двумя писателями – Джо Руби и Кеном Спирсом. В мультсериале рассказывается о четырех подростках – Фредди, Дафне, Вэмми, Шегги и о говорящем немецком доге по имени Скуби, которые решают загадки с участием загадочных существ. Сейчас несколько интересных фактов о Скуби-Ду. А вы знали, что на Скуби-Ду очень странно влияет кофе? Если он выпьет одну чашку кофе, то он становится неуправляемым и неадекватным. А вы знали, что Скуби-Ду очень хорошо умеет водить машину, хотя, когда его все спрашивают, он отвечает, что не умеет? А еще у Шегги и у Скуби есть очень любимое блюдо – торт с вишневым сиропом и взбитыми сливками. Мне очень понравился этот фильм, в нем рассказывалось о том, как Скуби-Ду нашел нового друга, и они разгадывали тайны города нигде. Советую смотреть этот фильм детям, потому что он очень динамичный, увлекательный и есть много юмора. Пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.